Добрий день! А що це ви тягнете? Дрова! А куди? А ми там топимо печку. Прильоти були сильно великі. Угу. Україна дружна давала, молодець. Молодець. Господи, прости мою душу. Я говорю то, що я думаю, у мене таке мнення. 100 чоловік і 100 мнень. Угу. Я, наприклад, за Україну. Там стріляє. І тут марширує сюди. Ось. Угу. А вторий он туди. Угу. Наші. Вони самі призналися солдати. Тут танк був, це російський. Вони кажуть, ми промахнулися і попали вдома. Угу. Промахнулися. Говорить, ізвініть нас. Ізвініть, ото така деромаха. Угу. Як ізвініть? Угу. Ага. Ну, але наші. Ви їх називаєте нашими? А як, а чиї ж? Більше обіди на правительство, на русское і на українське. Що не поділять землю, не поділять какую-то власть, а ми пешка в этой игре, і ми страдаємо много. А теперь то, что не прозвучало в сюжете, и то, о чем не расскажут местные на камеру. Очень много горожан, независимо от того, занимают ли они проукраинскую или пророссийскую позицию, в принципе отказываются общаться с журналистами. Вот мы уже в Лимане час, наверное, и четвертый, и за это время записали 5, может, 6 комментариев. Местные за камерой рассказывают. Они боятся, что сюда опять вернутся российские военные. И говорят, вот тогда за каждое сказанное слово придется отвечать. Мало того, что с голоду чуть не подохли. Так еще и вас посмотрите. Мы, говорит, пришли от нациков освобождать, от фашизма. Все будет, Россия с вами, Россия отсюда никуда не уйдет. Тут же ж праздновали поднятие флага. Так мой муж пошел, говорит, я, говорит, хлеба не вижу, а вы празднуете здесь праздники, флаги российские поднимаю. Иди, говорит, дед, отсюда, картохи себе накопай, говорит, в огороде. А нет, мы тебе, говорит, тоже ж, как мне, мешок, говорит, на голову наденем.